18 тысяч невостребованных документов поступило в региональное отделение Роскадастра в минувшем году. Из них позднее получено правообладателями чуть более 1400 пакетов. О том, что надо сделать и куда обратиться, если вы забыли забрать ваши бумаги, расскажем далее. Большинство людей хоть раз в жизни совершают те или иные действия с недвижимостью. По их завершении гражданин получает выписку из единого госреестра. Ему возвращается весь комплект документов, который был приложен к обращению. В том числе и правоустанавливающие, справки, доверенности и так далее. Эти документы могут понадобиться ему в дальнейшем для совершения иных действий с недвижимостью, например, при взаимодействии с органами власти или кредитными организациями. Именно поэтому важно, чтобы такие документы не попали в число невостребованных. В настоящее время в Тверском Роскадастре хранится более 80 тысяч документов, которые заявители не смогли своевременно забрать по различным причинам. Их срок хранения 10 лет. Затем они подлежат уничтожению. В Твери такие бумаги можно забрать здесь, в филиале Роскадастра. И есть возможность даже оформить курьерскую доставку. Причем есть целый ряд льготных категорий граждан, которые могут сделать это бесплатно. Для получения услуги необходимо предъявить документ, подтверждающий статус заявителя, удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной войны, справку и дубликат справки, подтверждающий факт установления инвалидности. Это относится только к объектам недвижимости, правообладателем которых являются указанные категории лиц. Напомним, что только за прошлый год в областной филиал Роскадастра поступило более 18 тысяч комплектов невостребованных документов. Из них позднее получено правообладателем было всего лишь около 1400.